Хорошо. Вы монотрон уже пробовали? Да. Вот скажи, почему ее разворачивают на ноге? Я не это у нас Анюта так делала и в воскресенье. Это начало. Это это процесс. Смотри, для того, чтобы здесь не закручивало, нужно, ты сидишь на одной ноге, да? И эту ты уводишь, но при этом центр тяжести здесь остается. Ты это вообще не используешь для центра тяжести. Иначе сказать. Ну смотри, если ты будешь опираться, и вот ты опираешься, чуть-чуть перевернешь сюда, а это еще опирается. Если как только ты ее начнешь вести, тебя сразу начнет закручивать. Да, попробуй полностью сесть на правую, например, ногу, а потом левую поднять. И медленно перевести сюда. А ну-ка попробуй вынуть в этот шпагат, полушпагат, правильно? Ниндзя тон, да? Да. Ну давай продемонстрируем. Да, монотрон может быть сходу, да, не совсем. Вот, и для ниндзя-трон, да? Я тебя ловлю. Вот. И разверни коленка вниз. Вот. Сложенный лист. Вот. Это ниндзя-трон, да? И русалка, это когда ногу... Вот. А потом уже, наверное, можно монотронный пробовать. Ну, монотрон можно и без этого. Хотя бы так. Это, давай садим на одну. Не, ну он же получался. Раз. Да. Я закручиваю просто. Хорошо, давайте, ребят, попробуй, пожалуйста, со мной сейчас сделать трон. Окей? Хорошо. Ай. Давай, Наташа, со мной попробуй. Аня, попробует. Вот так же, как и мы только что заходили, окей? Коленки широко, чуть-чуть ниже, чтобы тебе не пришлось далеко прыгать. Вот. И теперь твоя задача чуть-чуть подпрыгнуть и вывести колени вперед, колени таз вперед. Именно вот колени таз, то есть округлить спинку, да, вот так вот, оп. Таз вперед. И прямые ручки, на прямых ручках комфортно, помнишь, как мы стояли, да? Прямые. Вот, давай, прыжочек. Замечательно. Садись, не бойся.